Este. Чем бы мне заняться? Только лето на дворе. А мне нечего делать, может, на улицу. Не, капец. Делай уроки. Нет, лучше сесть за какой-то гаджет. Ничего лучше. Без моего дивана. Гри. Так, стоп. А где мои гаджеты? Гаджетов нет. Ну не ёб твою мать. Сейчас вызову подкрепление. Воу, а вот и ВК. Я иду к тебе, таблет. А ну вернул мой планшет. Ты смотрю, с кем-то дурачишься. Не, я играю в ВК кликер. Ага, так я тебе и поверил. Ты издеваешься над Бурмаковым? Не, я честно играю в ВК-кликер. А ну отдал планшет. Ой. Нет, только не это. Ты куда? Никуда. 15 июля, капец. Игры так и не было. Потому что? Я был занят монтажом в Sony Vegas Pro 14. Эх, блин. Ну за что все это время я забываю каждый день? То игра про Кейла в 3D не успеваю, то Николай у меня ломается. Что все это значит? Братан, ты чего сидишь на крыше? А что нельзя? Меня то не укачивает? К тому же я и могу пчелой стать, ты не можешь. В смысле не могу? Ты что издеваешься? Мы убили пчел, теперь и то закончилось. Серьезно? С ума посходил? Я же только хочу на свой город посмотреть Юту, я же в Юте живу. А ты, сеньор Яр, мне только и мешаешь. Эх. Прыгай на пружину. Что? Что? Я сказал, прыгай на пружину. Рыгай в мусорку. Не едет. Прыгай на пружину. Уже прыгнул. Лолчик. Воу, к нам же тетя Наташа пришла. Булочек привезла. Ярик, упс, переборщил, Гри. Еще надо пройти первый уровень. Так. Так, что, почему Game Over? А? 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 Фак. А нет, только не эта прыщавая жиробасина. Что она забыла? Меня убить? Я еще помню, что было в прошлый раз. Может отступить от нее? Хотя зачем отступать? Ведь существа Чу никогда не сдаются. Я Миша, и я синяя ярость. Готов испугать эту жиробасину на все. Что? Я не понял, почему никто не убежал? А? 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 Выбор только один. Это бежи им. Интересно смотреть, как виден наш дом с яркими огоньками. В смысле, с огоньками это наш дом. Ага, вообще это наш дом с красной крышей, а этот с белой. Упс, распознал. Гри. Вот бы и Мишу сюда. А кстати, где он? Не знаю. Помогите. Бежим, Мише плохо. Ау? Больно. Ты кто такой? И как я туда попал? Ты что, не знаешь? Я же бог способностей. А что тебе от меня надо? Я слышал, ты не можешь напугать ту же робосину. Как ты узнал? И как я тебя вижу, раз ты бог? Секрет. Ну и какую способность ты придумал? Текс, вроде он орал здесь. Ну, и? И? Что и? Не и, а о. Что? О? О, оро. Фигнё? Нет, оро. Вот и все. Так, мы про это. Или про то? Фак. Миша в опасности. Ищем его. Миша нашелся. Ты где был? Мы перепугались. Гайсы, вы не поверите.
И вот что произошло. Хотите, испугаю толстяков? А кто у нас толстяк? У нас в доме нет толстяков. Как это нет? Есть один. Наташа, ты ведь так думал? Да, бежим. Ну что ж, толстушка, держись. Хе-хе-хе-хе. Это Нсибле. Лечу. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так вам и надо. Тем более толстуха Килеша. Хе-хе. А как же мои булочки с грибами? Ярик, ой, переборщил гы. Хватит гыкать, время их вернуть. Блин, Миша. Зачем ты это сделал? Они нам ничего не сделали. Вы сами согласились показать это. Фак. А как же еда? Ярик, прекрати про еду. Время действа. Стоп. Ведь родаки нам дают взятки. Да, да. А что? Нам надо забрать взятки и пойти по своим сторонам. Все что угодно. У Наташи взяток 100 тысяч. Ведь она богата. Тем более это бабушкины деньги. А Лину украдем все что есть. Например, телефон с кодом. Я же подглядывал. Хе-хе, отличная идея. Я как раз пойду в туалет. Там и спрячусь, в смысле. Там такие шахты интересные мне дядя показывал. Прям в туалете. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Фак. Вдруг в отель попаду. Говорят, что если попасть в знакомые шахты, то можно увидеть удачное местечко. Ну ок. Пацаны, берем взятки и необходимые. Я украл телефон своей тети и узнал код 2580. Ура! Теперь могу поиграть в Бенджи и Бананас. Бля-а-ан, миллион смс ВК мне мешает играть. Вкусная пицца. Официант. 350 кусочков пиццы, плиз. Ак? Ур. К лучшему туалет, то бесплатный. Может, попаду в банк, а мне нечего делать. Может, в таких туалетах нет шахт. Пойду и посмотрю. Ай-ай-ай-ай-ай-ай, помогите. Полегче, чувак, ты нам нужен. Я вам не верю, вы пытаетесь меня убить. Нет. Послушай, мы хотим тебя использовать на кражу 10 миллионов рублей. Смотрю, ты выглядишь замаскированным. А вы точно это хотите сделать? Да. Мы просто потеряли первого чела, а другой сбежал. Нам надо опасаться колы 145. Поверь нас, ты нам нужен. Мы дадим тебе взятки по-любому. Окей. А кто такой кола 145? Неважно, поплыл к нам. Фак. Официант, 1000 миллион кусочков пиццы. Hello there. I have a little story for you all. It's about a computer that's rectally inserted. Rectal computer. Rectal computer. Stick it in your asshole. Rectal computer. Wah. Rectal computer. Wah. I went to the doctor 'cause my gut was playing up. He said, son, your throat is too small, I'll have to put this up your butt. He bred me over and told me to think of something pleasant. Rectal computer. Rectal computer. Stick it in your asshole. Rectal computer. I think it's got a virus. Rectal computer. Воу, смотрю, мы в шахтах крутых. Там есть множество редких вещей. Они могут стоять все 2000 лет. Блин, ты про это? Или про то? Какая разница, у меня полно взяток. Ой, это были воры. Что я сделал? Так, пацаны, пошли без него. Он бомж в канализации. Эй, ты чё сказал? А ну иди сюда.
Эй, вы, помогите мне. Как мы тебе поможем? Ты сам иди за сейфом и принеси нам взятки. Код сейфа 169532. Мы тебе поможем. Йо, официант. Квинтиллион кусочков пиццы. Так уже 22 часа, а никого нет. Что за фигня? Может, я пришел не в то время? Кстати, а где Миша и Ярик? Их давно нет, а мы сидим и ждем ужина. А где мой телефон? А где мои деньги, которые мне бабушка дала? Блэд. Воу, Миша, чё ты такой толстый? Пережрал очень много пиццы, еле денег хватило. Ай, что ты наделал? Ты понимаешь, что эти взятки не на это было делать? Не, но я понимаю, что тебе захотелось поесть. Но ты о нас хоть подумал? Хорошо, что у нас еще есть 5 пачек пиццы на ужин. А нет, я не буду. Вот именно что не буду. Ты весишь примерно 2000 килограммов. Ай-ай-ай-ай-ай, Блэд. Опа, привет, Ярик, с полночи у тебя. Чё, что сегодня полночь? Да, где ты был? Да меня забрали бандиты. Еле ноги сделал с банка колы 145. Бурмакова, я не знаю, но взятки дал бандюкам. Бля-а-ан. Зачем ты это сделал? Нас в известность поставит. Да, мы герои, не дебил. В арест. Как это? Ты чё, малолетка какая-то? В банке нельзя красть деньги и отдавать дебильным ворам. А ты это сделал, и тебя в арест. Я знаю. И навряд ли меня какой-то Бурмаков преследует за деньги. Ладно, пошлите спать. Сегодня столько дел. Вернуть деньги. Мишу надо сделать так, чтобы он похудел. Эх. Что это за операция была вчера? Миша за свое пережрал пицца. Ярик дал деньги бандюкам в банке. Эх. Блин, мы его подвели. Что нам теперь Миша делать? Хорошо, что ты проснулся в 5 часов утра и похудел. А я забыл за деньги. Но хорошо, что я знаю их местоположение. Кого? Денег? Нет. Бандюков. Ай-ай, понятно. Вот мы и на месте. Это точное место? Да, я там был. Поплыли. Ну что ж, отличная работа, друзья. Теперь нам этот зеленый жабий дал 100 миллионов. Круто. А я думаю, нет. Что думал? Не дашь у взятки. А ну иди сюда. Воу, полегче. Пацаны, в чем дело? Вы откуда? Мы можем все объяснить. Все подумал и хватит. Воу, Миша, Ярик, где вы были? Посишь у них. Петров, я все скажу. Мы хотели вернуть деньги колы 145, а не знал, что воровать плохо. Меня забрали бандюки. Но я хотел шахты посмотреть в туалете. Но нет, меня заколебало. И пришлось с Мишей продлить всю операцию. Понятно, я их прощаю, можешь идти. А хотя зачем? Иди к нам в гости, мы тебя пиццей угостим. Правда? Да мы честно это заслужили. Правда, ребята? А хотите прикол с колой? Давайте выпьем 145 бочек колы. Ару, ё-моё. А хотите прикол? Как Петров узнал мой код телефона? Ой. Ha 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 ha